Сегодня в Никольский собор Черкесска доставлен ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Это сделано в рамках всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь в 100 городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О том, как встречали мощи в Черкесске, расскажет Аль Баташев. Ликованием колоколов и сердец верующих встретил Никольский собор ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Процессия во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом торжественно внесла его в храм. Всех собравшихся здесь объединяло желание молитвенно обратиться к святому и поклониться его мощам. Образ воина на коне, пронзающего змея – самое известное изображение Георгия Победоносца. Его имя объединяет в истории крупнейшие исторические победы нашей страны, считает руководитель общества «Царьград» в Карачаево-Черкесии Денис Труговцов. Георгий Победоносец – это очень почитаемый святой в России. И именно о таких событиях, которые мы страстно желаем, эта победа, молиться нужно ему в первую очередь. И вот награды наши, ордена славы в советское время с георгиевской ленточкой, ордена георгиевских кавалеров 4 степеней, на них тоже георгиевская ленточка изображена. То есть вся наша история пронизана и проходит вместе с этим святым. Ковчег с мощами великомученика Георгия был доставлен в Никольский собор в рамках всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь этого года в 100 городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помолимся о том, чтобы наши воины, защитники, которые сегодня находятся на линии военного соприкосновения, оставались бы живы и невредимы. О том, чтобы Господь даровал им крепость духа, чтобы Господь укрепил их в их деле, которое сегодня они совершают ради всех нас, ради великого наследия Великой Руси. Помолиться о победе и поклониться мощам святого верующие Карачаево-Черкесии смогут до 19 часов 13 сентября. Затем ковчег с мощами будет доставлен в столицу Кабардино-Балкарии. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.